Привет, меня зовут Даша Исаева, и я хочу признаться, я ненавижу сборные. В детстве реально кайфовала от чемпионата мира 2006, Евро 2004, но потом постепенно интерес стал угасать, стало более скучно. И сейчас смотрю матч, во-первых, выборочно, во-вторых, чтобы последить за конкретными игроками, в-третьих, если у бати настолько врублен звук в комнате, что просто невозможно от этого никуда спрятаться. И вот почему так получилось. Во-первых, уровень футбола в сборных значительно уступает клубному. Это происходит из-за того, что у футболистов просто нет времени сыграться, даже если в сборной несколько лет один и тот же состав, что практически невозможно, ну, кроме России. Матч раз в несколько месяцев — это недостаточно, чтобы партнеры научились работать на лучшие качества друг друга и компенсировать слабые стороны. Плюс у клубов есть возможность усилиться, а у сборных, как говорится, что бог дал. Конечно, можно изловчиться и натурализовать кого-нибудь, как мы, Марио Фернандеса, но так состав не соберешь. В футболе сборных обычно больше брака, меньше красивых интересных комбинаций, и если это скромная команда, очень часто делается ставка на индивидуальное мастерство, что обычно не очень хорошо. У нас ведь с вами есть определенные ожидания от чемпионатов мира. Какой-то праздник, фантастическая игра, сумасшедшие голы. А в итоге что? Португалия непонятно как выбралась из группы Евро, кое-как добралась до финала и выиграла. Кубок Америки сейчас ну просто тоска, да и чемпионат мира у нас вызывал приятные эмоции, скорее из-за атмосферы и шокирующего результата сборной России, чем от происходящего на поле. Друзья, держите крутое предложение от моего партнера Parimatch. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, вносите любой депозит, даже минимальный, предположим 100 рублей, и вам на счет капает бонусная 1000 рублей. Красивенькое, голубенькое, все как вы любите. Во-вторых, травмы. И это самое жесткое. Когда игрок возвращается из сборной с повреждением, это несправедливо и иногда абсолютно невосполнимо. Ладно еще, если это рядовой чел, травма несерьезная, но а если нет? Когда на месяцы выбывает парень, на которого ты, предположим, охранительно потратился или просто очень рассчитывал, это, конечно, полный пиздец. Ну, вы поняли. Это знаете, как если бы ты трудился, долго откладывал, в итоге покупаешь себе крутую квартиру, тачку, заводишь себе прекрасную девушку, и государство такое: «Эй, чувак, а ну иди сюда». Значит так, ты гражданин нашей страны, у тебя есть долг. Государство должно периодически гонять на твои бэхи, арендовать твою квартиру, ну и девушка, знаешь ли, тоже нашего отечественного производства. И вот тебе возвращает покоцанный дом, тачку, ну и дамочку. И все, максимум, что клуб может сделать, это получить незначительную компенсацию от FIFA за то, что игрок выбывает на длительный срок. Дальше, если топ-футболисту не повезло родиться в стране со слабой сборной, то это, скорее всего, значит, что он никогда с ней ничего не выиграет. И даже если он невообразимый гений, все равно будет рефлексировать из-за этого и считать себя неудачником. Ну или тех, с кем он в команде. Зависит от уровня ЧСВ и объективного восприятия себя. За больших игроков из Дании, Камеруна и Египта ну реально обидно. Ведь выступление на чемпионате мира или Евро — это в том числе то, что учитывается при присвоении наград вроде золотого мяча. Не говорите Робину. Так что всегда на больших турнирах есть дикое разочарование от того, что великие игрочище снова в лузерах. Не совсем корректно упоминать тут Месси, потому что Аргентина все-таки очень мощная команда. Но и там есть свои нюансы, из-за которых раз за разом случаются фейлы за шаг до победы. Но самое масштабное и, наверное, губительное – это организация, подготовка к большим турнирам. В последние годы FIFA считает модным, ну, точнее, она считает это благородным, проведение чемпионатов мира, Европы, финалов ЛЧ и ЛЕ где-нибудь, как говорят казаки, в кущерях. Еврокубки – это еще часть зла. Да, Киев, Баку – это было очень жестоко для болельщиков. Трудно было найти жилье, почти невозможно добраться, очень дорого, полно мошенников и так далее. Но там хотя бы стадики уже были, а для чемпионатов мира и Европы их строят. Вот скажите, зачем арене в Мордовии 44 тысячи мест? Она ведь даже на чемпионат мира не всегда заполнялась. И вообще, я была в Саранске и могу заверить, что это крохотный, очень бедный городок. Там некому ходить на футбол, там даже в кинотеатре города идет около 10 сеансов в день. 45 тысяч у Нижнего Новгорода, 35 в Калининграде, 45 в Волгограде. Для кого все эти места, если ни один клуб в РПЛ столько регулярно не собирает, даже «Зенит»? В Катаре сейчас строится арена вместимостью в 40, 60 и 80 тысяч мест. Например, 40-тысячник Аль-Вакра расположен в городе с населением в 90 тысяч человек. И снова вопрос – зачем? Зачем? Ведь в Катаре даже Спартака нет. Короче, все мы знаем, что будет дальше. То же, что и в Бразилии, и в ЮАР. Стадионы за гроши будут сдаваться каким-нибудь крохотным регбийным командам, демонтироваться под торговые центры или просто будут заброшены, и там поселятся бомжи. Очень бездарно тратятся ресурсы, особенно с учетом того, что в футбол можно было бы инвестировать намного полезнее, например, в академии. Но так пилить тяжелее. И последнее.
псевдопатриотизм. И я говорю не о переобувании, потому что это как раз вполне нормально. Но если у нас хреновая сборная, что в нее верить? Объективных причин нет. Но если она каким-то образом сыграла круто, то это большой сюрприз, можно порадоваться. Но что меня именно раздражает, это такая неестественная, отягощающая необходимость боления за сборную. Типа, это наш крест, и мы будем его нести. У всех нас есть любимые команды, и в свое время мы выбрали их за что-то. За крутую игру, за то, что там играл Тьерри Анри, за то, что старший брат гонял за этот клуб. Но мы выбирали, а в случае сборной это просто то, что тебе дается по праву рождения. Конечно, никто не заставляет поддерживать триколор, но во время всяких турниров даже чертова Кубка Конфедерации чувствуется вот это давление, если ты в футбольной среде. А теперь традиционный вопрос на косарь. Что нужно сделать Лео Месси, чтобы наконец-то выиграть что-нибудь с Аргентиной? Автор самого крутого ответа получит 1000 рублей. Вот и все. Это были 5 причин моего хейта к сборной. Пишите в комменты, согласны вы или нет. Ну и спасибо вам, ребят, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и все такое, вы знаете. С вами была Даша Исаева. Пока.